вещества проверки прибора. Вот номер, видите, 39115. Вот сам прибор 39115. Вот он лежит уже разогретый. Вот меряет фон 0,15. Подставки у меня нет, вот ваши часы. Упаковано хорошо. Все нормально. Я распаковываю. Так, ну. Сейчас все включу. Так, ну. Ну, внешний вид, как и говорили, претензий нет. Только трещинка. У меня скрытая вот трещина, не видел, к сожалению. Ну ладно, бог с ним. Так, вот часики, все, внешний вид меня устраивает. Вот дозиметр наш. Подносим дозиметр к часам. Сами слышите, что происходит. Превышение допустимого порога радиации. Да. Вот так вот. Вот такие радиоактивные часики. Достаточно. А теперь замеряем авиационные часики, вот на которых часто катит бочку. Вот они. Наши часики. Вот фоновая. Ну и подносим. Как видите, частота щелчков сильно не изменилась. Мне кажется, вообще не изменилась. Ну, сейчас посмотрим. Период отсчета пойдет. Нет, то же самое, не выше фона. Так что это нормальные часы. Сейчас попробуем посмотреть год выпуска. Ой, выпали из рамки. Так, год не вижу. Самое молодое это 70-е, наверное.